112.1 СОВА, оператор Тупчи, слушаю вас. Здравствуйте. 1700 вызовов в сутки только в спокойное время. На пике очередной волны COVID-19 эта цифра увеличилась до 2400. Большой нагрузки операторы системы 112 не боятся, уже привыкли. В связи с тем, что сейчас как бы в нашей стране COVID, поэтому главное успеть поймать все вызовы, которые, ну, как от заявителей, и вовремя оказать всем, конечно же, постараться помощь. Ну, вызвать вовремя ту или иную службу. Ни один вызов не останется без ответа. На смену ежедневно заступают 11 человек. Это оперативный дежурный, его помощник, диспетчер ЕДДС и 8 операторов системы 112. Штат укомплектован полностью. Новенькие проходят обучение. Уже опытные сотрудники постоянно повышают квалификацию. В этом году у нас прошло 11 тренировок с ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области, 2 команды штабных учений, 17 тренировок с организациями округа. Также мы каждый год отправляем на обучение людей. В этом году 2 человек обучились по специальности руководитель-специалист ЕДДС. 3 человек вновь принятых обучились на оператора системы 112 и 9 человек повысили свою квалификацию. С начала года операторы системы 112 приняли более 450 тысяч вызовов. Это самый большой показатель в Московской области. Чаще всего заявители вызывали экстренные службы. Почти четверть звонков – консультативные, ложные, тестовые, хулиганские или бессимочные. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».